День Победы в Узбекистане начинается с посещения могил умерших ветеранов. Близкие родственники с цветами и обязательно вместе с юным поколением отправляются на городское кладбище, чтобы помянуть усопших и навести порядок на их могилах. В Узбекистане 9 мая как праздник давно не отмечается. Эта дата объявлена в стране Днем памяти и почестей. 9 мая для меня все. Я армии, делу защиты Родины, жизнь отдал. Посвятил свою жизнь, жизнь своих близких и детей, своей семьи. В защите Родины мы поменяли. Ну, у нас 13 переездов, множество гарнизонов со своей семьей, с близкими. Нарисовал свой крест на карте. Афганистан, Польша, Дальний Восток и наш независимый Узбекистан. И что самое главное, сегодняшний 9 мая проходит в Узбекистане. Надо сказать, что за все годы независимости мы, наверное, единственная республика стран СНГ, которая все эти годы прожила без единой войны. Без единой войны. Другим не менее памятным местом является мемориальный комплекс, известный всем как «Братские могилы». Во время войны здесь располагался госпиталь, а в советское время был главным мемориальным комплексом Узбекистана. На «Братских могилах» покоятся герои Советского Союза, а также заслуженные узбекистанские военачальники. В памятные дни и праздники мемориальный комплекс служит местом встречи сотен ветеранов Великой Отечественной войны, а также участников боевых действий в Афганистане. День Победы, день радости, победы над фашизмом. И теперь люди все свободные, все от рабства, от гнета фашистского освободились. Теперь надо это сохранить. Вот мы пытаемся всеми силами сохранить это. Потому что сейчас угроза надвигается оттуда, вот они, нацистские, Америка опять внедряет, вот на Украину, и на Россию внедряет. Мы здесь, я служу Богу. Почему я вот вам сказала, сфотографируйте епархию? Потому что я служу Богу, я защитник народа, я защитник молодежи, защитник русского языка, который объединяющий, миролюбивый, чтобы взаимопонимание было. День и радости, и скорби. Победа – это для всех людей, а скорбь – те, которые потеряли близких. Мы скорбим о них, но мы горды, что мы выиграли войну. И мы хотим, чтобы никогда этой войны больше не было. Благодарим мы Бога, благодарим наше руководство, что мы сейчас в мирное время живем и радуемся. Такой день победы, день радости для всех людей Земли. Великая Отечественная в современном Узбекистане символизируется вот с этим памятником. Грандиозная скульптура матерям, не дождавшимся своих детей с полей битвы. Под ним горит вечный огонь, к основанию которого 9 мая возлагают цветы. Сюда же многочисленные диппредставительства, общины и различные культурные центры возлагают венки.